Приветствую вас. Обратите, пожалуйста, свое внимание на то, что вы не задаете вопрос свой. Вот, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы ничего не спрашивайте, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы, по сути дела, просто ставьте нас в известность относительно определенной проблемы и все. Вот. То есть больше как бы. Но больше вы не двигаетесь никуда, вы не задаете вопрос никакой. А из этого можно сделать такой не очень утешительный вывод, да, насколько вам вообще нужна помощь и готовы ли вы к этой помощи. Вот, хотите ли вы помощи. Это важно. Достаточно. Теперь более подробно. Моя проблема заключается в том, что я подсознательно стараюсь понравиться людям, а именно мужчинам. Ну, как же подсознательно, если не совсем, не совсем подсознательно. Понимаете? То есть это не совсем подсознательная история. Вот. Вы это осознаете? Вы осознаете, что хотите понравиться. Вот. Поэтому это не совсем бессознательно. Следующее. Что значит хотите понравиться? Для чего? В чем вы себе сомневаетесь? Вот. В чем вы в себе не уверены? Это важно. Чем именно мужчины для вас важны? Когда я оказываюсь на улице, мне почему-то важно, чтобы мужчины смотрели на меня. Мне это крайне противно, ведь сами-то они мне не нравятся, мне нужно лишь внимание. Ну, зачем? Зачем вам внимание? Да? То есть, для чего вам внимание? Это важно. Чем оно вам противно? Тоже важно. Мне одновременно неприятно, необходимо внимание. Такое ощущение даже, что вы себе запрещаете быть внимание, запрещаете себя быть ценным для мужчин. Вполне вероятно, что это следствие действительно воспитания вашего отца, который ограждает вас от всех мужчин других. То есть вы были -то только его. Я нервничаю конкретно при мужском поле, из-за чего, да, то есть вот основание для нервного переживания нужно выяснить. Стараюсь сопротивляться своим мыслям, еще больше не начать. А зачем пытаться сопротивляться своим мыслям? Мой папа очень авторитарный, заметил, стараться сделать все так, чтобы папа похвалил меня. Для чего бы вам нужна была его похвала? Хотя в детстве я никогда не слушался его, он меня подавлял, воспитывал, думаю, это связано. Связано, конечно, вопрос в том, как именно.
Сейчас папа отношения более дружеские, короче, но все равно это мне не очень важно. Чем? Что оно мне для вас значит? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.